ваш комментарий сегодняшней встречи. Да мы на это не обращаем внимания, да, это приятно, но мы готовимся к каждому матчу, действительно, как к игре, как к битве, и ребята молодцы, еще раз поблагодарить их. Да, наверное, где-то какое-то качество в конце второго тайма ушло, потому что, ну, наверное, хотели сохранить. Здесь, конечно, надо более хладнокровнее в этих ситуациях действовать. Ну, опять мы для этого работаем, будем двигаться, будем прибавлять и в этом. Ребят поздравить, болельщиков поздравить с победой. Просто вопрос. Скажите, пожалуйста, вы когда разбирали игру Сокола, вот, на что в первую очередь обращали внимание своих подопечных, от кого ждали наибольшей опасности? Ну, вообще от всей команды, потому что понятно, что новый состав, новый коллектив, и здесь одного мы не выделяли, еще раз, мы именно акцент был на командную игру, команда с духом, я имею в виду, с боевым, что и показал второй тайм. К этому и готовились, в принципе, легких матчей в ФНЛ, по-моему, нету нигде и ни у кого. Сегодняшние результаты это подтвердили, поэтому вдвойне приятно, двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу. Владимир, вы сказали, что вы готовились к битве сегодняшней, ожидали, что столько будет стыков жестких, столько карточек, и потеряли кого-то из-за повреждений ваших? Ну, сейчас там много ребят обращаются к доктору, но надеюсь, что ничего серьезного. Ну, а к битве, еще раз, я не думаю, что для вас это удивление, да, по-моему, здесь я для этого сказал, что ФНЛ такой чемпионат, что кроме того, что надо исполнять какие-то эпизоды, моменты, забивать голы, нужно, там, грубо говоря, сражаться за результат, нужно биться. Ну, понятно, что хочется иногда, чтобы это все спокойно и раскатать, но ты здесь никого не раскатаешь, потому что, еще раз повторю, все готовятся друг к другу очень тщательно и с огромным желанием. Каждая игра, по-моему, проходит. В концовке матча вот очень много сведенных мышц, это недостатки физической подготовки или тактика такая? Тактика сведенной мышцы или что? Да, ну не знаю, у вас тактика, а у нас нету такой тактики. Это и показатель, что ребята отдают все силы ради результата. Все, до свидания.